спектакль «Homus Erectus». Это такая лажа, это туда даже ходить не надо, это просто деньги на ветер. Я там был. Что я подумал? «Homus Erectus», да, это, насколько я в курсе, обозначает человек, который ходит ровно. Вот. Да, теоретически это как, была сама суть тоже. Вот. Но, к сожалению, то есть я что подумал, это то, что спектакль будет о том, что там люди начали ровно ходить, там, да, типа из обезьян и так далее. Вот я думал, типа, как бы об этом будет больше спектакль. Комедия должна быть, вот. Думал, как раз посмеемся, немножко так со смыслом тоже, по идее. Вот. Но я немножко ошибся. Homus Erectus – это журнал, в котором объявление насчет свингеров. Вот, то есть это люди, которые меняются женами, либо спят с чужими женами при присутствии своих жен. Вот. Об этом, собственно, и был сам спектакль. Вот. Главные герои – это депутат Госдумы и проститутка, которую он привел вместе с собой за место своей жены. Вот. Другой был новый русский, который с женой только вместе, ну как, потому что она немножко моложе, да, его. Вот. И третья парочка была, одна там какая-то женщина, которая, не знаю, вечно обижена по жизни уже, и которой муж изменяет уже 2 года с какой-то там, не знаю, практиканткой, вот, и которая посоветовала гадалка, гадалка сказала, что она его заворожила, ее мужа, и посоветовала ей, чтобы ей муж изменил в ее присутствии. Вот. Радует то, что люди вставали и уходили. Вот. То есть примерно ушло, конечно, небольшая часть, но где-то 5% людей ушло. Большинство, конечно, это были такие пожилые уже люди, немножко постарше, которые, вот, либо которые здравомыслящие еще и тоже ушли. Вот. Такие вот эти. То есть там даже, я даже не хочу вдаваться в подробности, да, то есть там не то, что, это вот я то, что вам сейчас сказал, это теория, а в практике там они раздевались тоже, то есть пускай там не догола, да, но как бы в нижнем белье вот эта проститутка там бегала, типа вот, она такую небольшую дурочку играла, вот, и то есть там вообще, я не знаю, полная хрень, вот, и получается то, что когда вот я приехал в Екатеринбург, у меня как бы мое зрение о России, или понятие России, да, вот мое мнение о России, оно немножко как бы закрепилось такое, что здесь еще духовные люди есть, как бы, которые именно вот развиты на духовном уровне. И когда я приехал в Москву, вот как-то здесь появилось такое небольшое серенькое пятнышко на моем вот таком вот белом листе у России, да, мнение. Вот. Но, блин, ну вот сегодняшний спектакль реально это все зачернил, то есть прям вот, я не знаю, и битком был еще, то есть там, не знаю, все билеты распроданные были на эту лажу. Вот. Поэтому ни в коем случае туда не ходите, на этот Homus Erectus, если вы немножко такой здравомыслящий человек и полный ваш.